Итак, друзья, привет! На связи Александр, и давайте с вами разберем рынок. Криптовалюта сейчас у нас особо интересная, потому что Трамп у нас хайпанул биточек. Посмотрим на биткоин, какой у него потенциал, куда он сейчас смотрит и так далее. Также, в частности, посмотрим эфириум, по нему у меня особое мнение. И я бы обратил на это внимание, скажем так, и не слишком расслаблялся. Также по альткоинам и, конечно же, начнем с широкого рынка. Посмотрим, что происходит на S&P-шке, а даже можно посмотреть Мосбиржу и так далее. Если посмотрим S&P-шку, то, в принципе, у нас коррекция по ней завершена. Обычное коррекционное движение у нас. Мы так и не дошли до отметки 5000. Хорошая здесь поддержка у нас на 5300. Сюда мы не дотянули, и не надо было этого делать. Но если бы мы дошли до сюда, это нормальная коррекция, ничего в этом критического нету. Поэтому выкупать сейчас это движение. Мы, по сути, протестировали заново 5450, четенько удержали, и пока позитив. То есть рынок ронять, если и имеет смысл, то, наверное, уже где-то после выборов президента США. Либо, если что-то произойдет до этого события, потому что Трамп лютует, на всех наезжает, в общем, жестко себя ведет достаточно. Если он дойдет до выборов, соответственно, и его изберут, то, конечно, это позитив для рынка, вообще для всего мира. Но, возможно, не все так будет просто и очевидно, естественно. Поэтому пока вверх, пока растем. Опять же, как я раньше говорил, все это происходит на таких соплях. Тащит изо всех сил, поэтому будьте аккуратны. Вот именно в долгосрок покупать я сейчас не стал бы, потому что рынок напрашивается на более серьезную и глубокую коррекцию. Вот. Так что, по S&P пока хорошо, есть восстановление, признаки, и смотрим дальше вверх. По доллару у нас ситуация похуже, скажем так, потому что у нас учетную ставку в ЦБРФ увеличил до 18%, и люди побежали в облигации. Также кэрри-трейдеры не дремлют, доллары были проданы, опять же, вложены в те же депозиты в банка, либо в облигации под высокий процент, и на этом спекулируют и зарабатывают. Поэтому это может продолжаться до тех пор, пока процентная ставка будет держаться на высоких отметках, либо еще больше увеличиваться. Тем более ЦБРФ сказал, что может повысить и до 20%, и держать чуть ли не до конца 2025 года, и только тогда они будут присматриваться к понижению ставки. Поэтому пока доллар на этом фоне чувствует себя так, ну, не очень хорошо, и есть куда идти. Ну, отметку ниже 82.9 я, если честно, не вижу, это было бы не очень хорошо. Если мы продаем поддержку, то здесь как бы лететь далеко и больно. Отметка 79 не за горами, а дальше уже, ну, а-ля пропасть. Ну, тут есть отметка, да, 73, но, опять же, России невыгодно иметь слабый доллар, потому что экспорт у нас происходит именно в долларах, и зарабатывать в долларах, и сильный рубль здесь невыгоден, поэтому, скорее всего, будут балансировать в этом коридоре, в котором мы сейчас и находимся. Это 83-101 рубль. Ну, тут даже более плотный боковичок, это 95-88. 88 пробили, поэтому нижняя граница 82. Будьте внимательны. Если зарабатываете в долларах, значит, зарабатывайте в долларах. Если в рублях, то, ребят, нет смысла спекулировать, покупать в надежде, что выстрелит. Это затяжная история, можете застрять надолго. Поэтому не спекулируйте. В рублях зарабатывайте, в рублях все покупаете. Не надо в доллары переводить, это бессмысленно. Долго деньги хранить пока не имеет значения. Ну, нет смысла, скажем так. Тем более нету другой... Ну, с другой стороны, альтернативы доллара нету пока, поэтому, опять же, дефолта доллара или падения я не вижу. На смену может прийти разве что БРИКС, но БРИКС, скажем так, доллар США не собирается отдавать свое лидерство на этом рынке и вряд ли позволит кому-то захватить его. Поэтому процесс очень долгий, мучительный, и пока резервная валюта – это доллар. С этим ничего не поделать. Никакая другая страна не может по объему конкурировать с этим, с долларом, да. Вот, и так далее. Поэтому давайте посмотрим, что у нас с золотом и серебром. Золото у нас, соответственно, идет вверх. Да, позитив, то есть у нас сложный пробой произошел, мы возвращаемся к уровню. Если подойдем к 2400, это очень хороший позитивный знак, тем более крупные игроки уже страны закупились золотом, я думаю, по самой не балуйся.
и пора гнать его куда-то дальше вверх. Поэтому желательно удержаться около этого уровня, не возвращаться к 2200 и тем более не уходить ниже. Вот, поэтому наблюдаем. Пока ждем закрытия около уровня 2400. Выглядит хорошо. Серебро слабее выглядит, но оно всегда так себя ведет относительно золота. Догоняет его опосля, но зато, когда догоняет, то догоняет очень хорошо и быстро. Так, по капитализации крипты давайте пробежимся, посмотрим. И более детально биточек разберем. По общей капитализации у нас хорошо, да, то есть мы вернулись к уровню 2,4 триллиона, причем у нас произошел дальний ретест плюс ближний ретест, по сути это большая V-формация плюс маленькая V-формация, это очень хороший, сильный бычий признак, и, соответственно, мы сейчас как раз таки возвращаемся в верхний диапазон накопления. И в данном случае, если рассматривать вот это как одно большое накопление, то, несомненно, я считаю, что реализация этого накопления может быть очень продолжительной и сильной. Тем более в этом цикле я считаю, что не было еще хайпа, не было еще сильного настоящего роста по биткоину и по альткоинам. Все еще впереди. Вот. Капитализация, да, возвращается. То есть у нас, да, глобально здесь был нисходящий тренд, на самом деле, да, опасненько. Вот так вот. Он еще остается, скажем так. Кто любит там рисовать разные каналы, то видно, что у нас, кто во что гораздо, кто так рисует канал, да, по количеству подтверждений, кто вот так рисует, давайте вот так нарисуем, да, тут касание. Вот, сейчас мы выходим действительно в верхнюю границу, если вам так удобно, но для меня это чисто боковик, возврат к верхнему уровню диапазона накопления и, соответственно, ждем реаккумуляцию и рост. Поэтому на общей капитализации крипты очень хороший позитив. Теперь альта вместе с эфириумом, она чуть похуже смотрится, уже еще пока не выбралась вверх, как биткоин, глобально нисходящая, но по сути она и тупит, так и должно быть. Сначала выстреливает биточек, он должен хорошо дать движение вверх. Люди, кто в альте сидят, их должно прям трясти, колбасить, что блин, нахрена я эту альту уже купился, по самой не балуйся, а биток уже сделал пару, там, несколько иксов, а я все еще в этой альте дебильный. Последние нервы щелкают, люди продают альту, начинают в биточек перепрыгивать. И вот тут как раз-таки начинается стагнация битка, тормозит на месте и начинается приток в альту. Почему сейчас важно именно обратить внимание на биточек? То, что Трамп заявил, то, что биткоин у нас как раз-таки продавать не надо, США будет его хранить как резервную валюту. В общем, он хайпует на криптонах. И он тоже понимает прекрасно, что сейчас все больше и больше людей входит в эту сферу. Это свежее направление, это молодежь, вот, и, соответственно, перспектива этого рынка несомненная, потому что сейчас все проходят KYC, ужесточают правила, то есть криптовалюта – это неотъемлемая часть рынка финансового, и биткоин – это, соответственно, лидер, и на нем акцент. Поэтому я считаю, сейчас будет как раз-таки в этом направлении развитие событий, сильное продолжение роста. Если альты смотрим без эфириума, ну, по сути, все плюс-минус одно и то же. Что самое интересное по доминации? Видите, биточек вышел из верхней границы накопления. Больше 50% доминации, это значит, альта болтается по дну, либо снижается, а биточек растет. Вот он, вот оно, преддверие альт-сезона. Ну, не то, что преддверие. Катать вот по этому дну альты могут еще до конца года, даже начало следующего года. То есть альт-сезон может начаться либо в конце этого года, после выборов Трампа, допустим, биточек там сделать финальный рывок, там все вау-вау-вау, всех засадят, начнут болтаться на месте, и вот тогда полетит альта, когда все разочаруются в альте именно. Вот, поэтому будьте внимательны насчет этого. Очень мощное накопление, доминация, и мои цели все те же. Да, жду доминацию в район 70%. И, кстати, до Трампа я говорил про то, что биток может приобрести капитализацию, равную золоту, и даже немножко обогнать. Это будет вообще супер эйфория. И об этом Трамп сказал, что биток может достичь капитализации золота. И тогда биток будет стоить 500 тысяч долларов. Вот она фишка, вот она особенность, ребят, я об этом говорил. И сейчас, видите, пошли вот эти звоночки, сообщения, и Трамп об этом сказал. Поэтому в Телеграм мой подписывайтесь, я там и YouTube вот эти вот ролики смотрите. Я часто говорю всякие новые интересные моменты в этом плане. Поэтому очень круто, что идем по сценарию, это очень круто. Поэтому доминацию жду сюда вверх, до засаживания на
во льду, господи, до засаживания людей в биток, и потом уже начинается сезон вот на этом снижении доминации биткоина. По эфиру доминация, видите, как смотрится плохо, да, то есть идет вниз. Соответственно, отток, в смысле, из эфириума, он сейчас происходит. Теперь биточек, цена, самое интересное. Здесь, знаете, что мне понравилось? Именно недельный таймфрейм, закрытие недельного таймфрейма. И мы видим бар, вот этот, где маленькое тело и большие хвосты или большие тени, кто как называет. Давайте я переведу на японский свечек, просто кто-то любит ими смотреть. Это называется пин-бар, это называется молот, это называется, по-моему, полярная звезда или восходящая звезда, я уже не помню, как разные названия, но это не имеет значения. Это называется, ребят, выкупной бар. То есть здесь быки выкупили все вот это нисходящее движение. Если на дневку мы перейдем, да, то есть у нас было движение вниз, сейчас у нас это неделька, да, вот было движение вниз, и его выкупили. Это V-формация, то, о чем я как раз-таки вам говорил. Это очень, давайте на бары перейду, мне они более информативные, потому что свечи, они нужны тем, кто занимается свечным анализом. Если вы этим свечным анализом не занимаетесь, свечи не информативны, они рябят в глазах, то есть вот эти тоненькие хвостики, большие жирные тела, и вот тяжело глазу. А вот бары, они более удобные и системные. Я свечным анализом не пользуюсь, поэтому мне удобнее вот так. А причем даже цвет для меня не имеет значения, я считываю именно бар. В общем, это очень сильный признак быков, они выкупили все это движение, хотя сначала было некое локальное снижение, да, то есть начали люди там продавать, думают, все, на новостях надо продавать. Нет, это очень, скажем так, сейчас ожидание, то есть люди ожидают, что Трампа выберут, Трамп реализует всю эту программу, которую наобещал, и тогда все полетит в небеса. Вот чего ждут. И на этом ожидании как раз-таки может происходить рост вплоть до осени, до сентября. Имейте, пожалуйста, это в виду. Итак, по битку мы пошли вверх. Это очень мощное движение. Если перейдем на часовой таймфрейм, то видно, что у нас после сильного роста идет боковое накопление с преобладанием бычьим, то есть выход вверх. Это очень круто и сильно. Поэтому именно инвестиционно покупать биткоин, да, это хорошая идея. Вопрос, на какой период. Потому что до этого я говорил, что было настроение. Обратите внимание, какое было настроение до этого. Большинство людей ждали куда-то снижение вниз. Сюда, сюда, куда-то туда, даже в ноль. Я еще удивлялся много раз. Ну, ноль – это идиотизм. Ну, извините меня, это мое мнение лично. Это бессмысленно. Гробить курицу, несущую золотые яйца. Это тупо. Вот. Но хайповая тема, интересная, классно, привлечь внимание, там все такое, да, классно. Я тоже говорил про то, что коррекция до отметки 52 или 44, даже 44, это нормальное движение, это не сломает бычью структуру, и вполне себе возможно, но я ждал именно касания 52 и отсюда возврата обратно вверх, то есть остаться в этом боковике, донакопить энергию и идти дальше вверх. По сути, до 52 мы чуть-чуть не дотянули, то есть у нас была отметка минимальная 53,485. Тем не менее, мы сейчас как раз-таки на этой новости вернулись в боковик плотно, подходим к верхней границе 71,500, и это будет очень классный бычий настрой. Какие цели по биткоину? Если смотреть предыдущие циклы, то до отметки те же 150 тысяч долларов дойти – это не вопрос. Если мы ждем именно капитализация битка как золото, то это 500 тысяч. Я вам говорил про ончейн-метрику, я на нее ориентируюсь, и по ней потенциал еще тоже очень большой. То есть мы сейчас находимся в стадии веры, и эйфория только в преддверии. Когда мы войдем в стадию эйфории, тогда уже я начну присматриваться к выходу из позиции. И там уже будет 120, 140, там 200, 250, 500, не имеет значения. Буду выходить на эйфории. Для меня вот это приоритет. Вот. Поэтому биток, да, must have, он у нас очень-очень хорошо идет. Вот, смотрите, если вы с текущих покупаете, если бы у меня не было биткоина, да, я покупал бы, но я в долгосрок его покупал бы. Потому что мы сейчас находимся в боковике, вот он боковик. И движение с текущих даже на коррекцию сюда опять вернуться на уровне 60 тысяч, это не ломает картинку, это нормально. Можем сходить, протестировать, донакопить, сформировать ближний ретест и потом уже истинно выходить вверх. Либо сейчас, скорее всего, тестируем верхнюю границу, откатываемся сюда, более такой сильный,
сильная картинка, да, и дальше идем покорять вершины. Больше смотрю по бычьи, на самом деле, не вижу смысла сюда обратно возвращаться. Кого пугать, я даже не знаю. Кого здесь сейчас засаживать? Ну да, там на новости люди зашли, там и так далее, круто, классно. Вот, но пока люди еще только готовятся, объемы небольшие, я не вижу больших объемов здесь. Поэтому нет, нет, пока только все зарождается. Пока люди сомневаются, думают, а потом будет уже поздно, когда там цена X2 сделает. Поэтому да, покупать в долгосрок, да, средний срок, будьте просто готовы, что можно скорректироваться на отметку минус 13%. Вплоть даже на минус 16% сделать можем легко. И это ничего страшного не будет. Поэтому имейте в виду, в краткосрок спекулировать не рекомендую. В краткосрок мы с ребятами торгуем. Заходим в сделку, точку входа, стоп-лосс и take profit. Выставляем ордера и торгуем, соответственно. Вот. По эфириуму, давайте посмотрим по эфириуму, что у нас там. По эфириуму, да, очень хорошее боковое накопление. Причем мы еще даже к хаю не приблизились. Я даже больше скажу. Мы не возвращались к предыдущему хаю, вот к этому предыдущему хаю предыдущего цикла. Сейчас на битке мы уже приблизились, а здесь нет. Поэтому потенциал до хая у нас уже есть в размере 40%, это минимум. И дальше при альтсезоне это значение, соответственно, удваивается, утраивается и так далее. Теперь, что я хотел сказать. Данный цикл, я считаю, для эфириума, скорее всего, последний. Почему? Давайте откровенно, эфириум давно уже сдох. Он перешел с системы Proof of Work на Proof of Stake. То есть это полностью централизованный актив. Комиссия в сети высокая. Да, много решений, приложений там и так далее и тому подобное. Но больше ничего здесь нету абсолютно. Это управляемый полностью актив под управлением центральных органов. И вот этот весь хайп вокруг него... Я вообще в нем не вижу смысла. Биткоин, да, я вижу, он децентрализованный. Можно свои средства сохранить, в эфириуме нельзя. И вот этот вот хайп, что эфириум будет там космических денег стоить. Окей, в этом цикле я верю, что мы обновим хайп, пойдем пару иксов, сделаем несколько. Но, скорее всего, после этого будут от него избавляться. Это тупой мертвый актив. В нем нету фундамента никакого. На нем решение строится. Да, есть фундамент, экономика, много решений. Ну, блин, это дорого. Она не самая быстрая сеть. То есть это, ну, я не вижу, честно, в этом смысла. И вот как раз-таки эфириум, то есть некий черный лебедь, допустим, запустить его в конце этого года, либо в начале следующего, чтобы обрушить весь рынок. Это было бы вообще прям, ну, крипторынок, имеется в виду. Поэтому к эфириуму я аккуратно отношусь. Я думаю, докупить с текущих позиций еще, чтобы поймать пару иксов, как минимум, со стопами, естественно, буду удерживать позицию. И потом выходить из этого актива, забывать. Акцент на биточек, и потом альты, которые новые появляются, потому что они будут как раз-таки замещать вот эти вот все активы, которые всех старичков. Старички, кстати, Атом, Дот и так далее, они тоже будут все умирать, и я считаю, сейчас будет последний цикл, дай бог они там что-то покажут, вот, но больше жду движений от Арбитрума, Старкнета, Аптоса и так далее, то есть такие новички, которые еще не стреляли. Вот, это текущий альт-сезон. Поэтому у меня все так же 20% в битке, 20% в альте, вот в этой недооцененной. И сейчас 10% еще в эфириуме я планирую докупить. Вернее, эфириум я уже докупал. Да, покупал, надо еще докупить как раз процентов 10. Вот, поэтому вот такая сейчас позиция по крипте. Давайте ради интереса посмотрим, что у меня там на альте. Выбрались мы там из... Нет, нет. По альте у нас... Dogecoin устанавливается, эфириум, да, выкарабкивается. Остальные, видите, здесь минус 10%, 13%, 10%, 30%. В среднем мы где-то около нуля. То есть отрицательное, но там плюс-минус, за счет того, что у нас точка входа очень хорошая была, шикарная, мы болтаемся плюс-минус вот на одной отметке. Сейчас эфир еще докуплю, кстати, и будет нормально. Поэтому альта, видите, она немножко такая переживает не самые лучшие времена. Так и должно быть, это круто, выматывает. Мы так купили на самых лоях. То есть там, ну, минус 5-10% – это ерунда. Это не минус 95%. Поэтому покупайте, ребят, с умом. Это фьючерсы у нас. Да, переключились на фьючерсы. Вот, ну, если по альте пробежаться, посмотреть, вот Атом вообще на днище. Ну, хотя бы признак разворота есть. Супер, классно, да. Я думаю, последний цикл переживает, потом его надо топить, прощаться с ним и так далее. Биткоин, конечно, оживает, но у него отвратительный предыдущий цикл был. Он не обновил хай предыдущего цикла. Да. Он умирающий актив. Децентрализованный. Это форк биткоина, но он умирающий. Ну и так далее. То есть, если пробежаться так по активам, то
под арбитром, арбитром интересен, да. Тоже на дне, плохо себя чувствует, прям отвратительно. Dogecoin, да, это один из моих любимчиков. Илон Маск, я думаю, прозреет. Держится лучше, чем другая альта, гораздо лучше. И вот я думаю, может быть, кстати, еще в него немножко переложиться. Вот такие у меня мысли есть. Вот. Потом, нет, я особо не вижу перспективу. Он слабее рынка сейчас. Такое ощущение, как будто глобально он разворачивается. Это самое. Обратите внимание, что Павел Дуров выступил с Карлсоном по интервью. Раскрутился. Потом были новости, хайп, вот это все вокруг. Это происходило вот в этом диапазоне. Что это за диапазон? Диапазон, скорее всего, разгрузки. То есть, скорее всего, на эти новости разгружались кто? Крупные игроки. Ранин и Стретона. Помните, когда СЕК их затормозил, сказал, что нельзя листиться там и так далее. И все инвесторы просто засели, крупные инвесторы. Они застряли в этом активе. И только сейчас, после листинга на биржах и признания этого токена, и вот на этих хайповых новостях, видно, что идет разгрузка. Техническая картинка, разгрузка. Продавались в хомяков. Люди залетают по дорогой цене. Я не покупаю тон инвестиционный, я в нем не вижу потенциал. Надо было это делать раньше. Сейчас уже дорого. Я думаю, разгрузились под хомяков. Да, еще объемы падают. Не, ребят, я думаю, там уже нормально так. Инвестировать нет. Я честно говорю, моя позиция слабее рынка, и его вообще могут сливать начать. У меня такое чувство прям. Вот. Что у нас по Мосбирже? По Мосбирже у нас, кстати, ребят, кому интересно, кстати, в Телеграм переходите. Я сейчас голосовалку запущу. Там меня попросили научить начать инвестировать. Я думаю, сделать такой мини-марафончик на недельку, чтобы было полезно и новичкам, и старичкам, чтобы аккуратненько инвестировать в те или иные активы по чуть-чуть с риск-менеджментом и так далее. Если нравится эта идея, поставьте лайки, напишите комментарии. В телегу переходите, вот в описании я оставлю ссылочку. Сейчас телеграм открою, покажу, как он выглядит. Так, телеграм. Итак, в телеграм-канале у нас, видите, я выдаю вам максимально актуальные новости. Расшифровал выступление Трампа, что оно означает со своими комментариями. Говорил про повышение ставки, тоже предупреждал, что могут быть колебания про курс доллара. Обзоры периодически показываю и так далее. Про мошенников там просто ужас какой-то. Расплодилось их просто куча. Вот. Результат своих учеников, кто торгует и зарабатывает. Ну и так далее. То есть можете посмотреть. Вся актуалочка там, поэтому приходите по ссылочке и обучайтесь правильной торговле. Переходим на обратно TradingView. Да. И, соответственно, что мы видим? Да, Мосбиржа у нас, соответственно, валится вниз. Очень слабо выглядит, поэтому здесь, конечно, не очень все радужно. Разворот пока не видно, поэтому идем к нижней границе 2800 и будем смотреть, как будем отрабатывать. Ниже я не вижу, потому что кидать российских инвесторов, ну, тоже бессмысленно. Я не знаю, зачем это делать. Понятно, что в облигации люди пошли в депозиты из банков, в банковских депозитах решили хранить деньги под высокий процент, так как компания, ну, как бы себя особо не показывает. Поэтому люди это психологически могут действительно вот шатать рынок потихонечку. Сбер, видите, пошел вниз, отреагировал. Из активов у нас «Газпром», то, что мы докупали, то, что имеет прям очень хороший потенциал роста. Опять же, в телеграм-канале я актуалочку кидал. Соответственно, мы пока ничего критичного здесь не видим. Есть коррекционное движение, но оно в рамках восходящего тренда. Поэтому пока держим свои позиции мы. И тут вопрос только, если докупки. Но продавать я бы не стал. Актив фундаментально очень интересный и сильный. По Аэрофлоту то же самое. Это мы покупали двумя транжами, первый и второй, вернулись в нулевую отметочку сейчас, средняя цена покупки. Хотя изначально мы здесь по 40 рублей в телеграм-канале можете найти, давали впервые рекомендацию про то, что хорошая точка для входа и для импульса, что и произошло. Вот здесь дальше вопрос времени, да? Жду дальнейшего похода вверх. По Яндексу, по Озону мы зафиксировали позиции. По Яндексу я уже писал отдельный пост тоже в телеграм-канале недавно совершенно. Свою позицию до начала торгов. Они начали торговаться как раз-таки 24 июля.
буквально месяц, полтора месяца они не торговались, и, соответственно, закончилось вот этим движением вниз. Поэтому будьте аккуратны. Этот актив я сейчас не рассматриваю для покупки. Нужно увидеть сначала коррекцию. По зону у нас, соответственно, тоже идет коррекция. Перегретый инструмент, я по нему не вижу сильного потенциала роста. От силы, если прям супербычка будет, дадут, дай бог, 30%, но ради этого заморачиваться этим активом я вообще не стал бы. Вот. Ну, в остальном по активам по России я отметил самые интересные, остальные, они такие слабенькие. Я бы не стал бы сейчас на них акцентировать свое внимание. Серебро у нас есть, я уже об этом говорил. Держится оно, кстати, очень даже неплохо. Вот, на Мосбирже. Удерживается пока на уровне 110, ну, соответственно, покупали мы вот здесь, по отметке 74. Хорошая точка входа, рост до накопления и, соответственно, продолжение движения мы ожидаем с ребятами. Поэтому здесь только вопрос докупки, а не продажи. Вот такая ситуация у нас сейчас на данный момент. По серебру у нас сколько? Да, плюс 52%. Так что по крипте, ребят, я вам сказал свое мнение. Сейчас по битку движение только начинается. Иксы ждем, но спокойненько. По поводу коррекции не переживаем. Плечи пока не берем. Если хотите плечами оперировать, то, конечно же, подписывайтесь на канал. Периодически я запускаю обучение. И там можете научиться торговать с контролем риска. Тогда да, плечи можно брать. Плечо не имеет абсолютно никакого значения, если вы контролируете свои риски. Если вы этим не занимаетесь, то противопоказано. Иначе сольете депозит. Поэтому, ребят, присоединяйтесь. Жду в команду. И давайте вместе изучать эту прекрасную профессию – трейдинг и инвестирование. Вот. Эти профессии можно комбинировать. И скоро запущу голосовалку. Запущу марафончик бесплатный. Я думаю, там сможем познать эту профессию более доступно, легко и понятно. Поэтому, ребят, до встречи, увидимся. Пишите в комментариях, в Телеграме, в комментариях пишите, я там постоянно на связи и буду отвечать на ваши сообщения.